Прошу внимания. Первый бой нашего вечера. Схема боя 4 раунда по 3 минуты в первом легком весе. Весовая категория до 59 килограмм. В черный угол ринга приглашается боец из Украины Дмитрий Пашко! Приглашается боксер из Казахстана, победитель международных турниров, чемпионата мира среди военнослужащих, наследник славы, лучших традиций казахского бокса, Бекман Сарыбаев! Не иди давай. Попробовал. Попробовал. Попробовал.
Давай попробуем. Да нет, ручки уже, уже ручки к себе. Держи. Качай, Тима, не то. Провалы делай. Вот, кромочки. Держи. Вот. Дистанция. Средняя, не попадай. Вот с того, вот, Супервайзер поединка, судья международной категории Олег Кудеров. А также давайте еще раз поприветствуем бессменного президента Национального профессионального бокса Украины Михаил Завьялов. Ударная дистанция. Вот так. Смотри, снизу поднимай больше. Вот так. Стоп. Среднюю поймем. Лови. И дорабатывай. Вот так. Вау!
Дима, давай, 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 Дим! Поддержка. Последний, четвертый раунд. Я много.
Уходи туда. Единогласным решением судей победу в этом поединке одержал Бекман Сайлы! Бекман, ну, если еще остались силы, можно я еще немного тебя немножко подергаю? Так, это джебом микрофонным. Скажи, получилось все, что ты хотел вот сегодня на ринге? Да. То, что планировал, все получилось, подсказывает тренер. А тяжело было адаптироваться? Вы не так давно приехали, я так понимаю, из Казахстана в Украину. Тяжело адаптироваться к нашему климату, ко всему? Наш климат, пока мы с вами не поэтому Казахстан, Украина для нас нравится. Ну, это вообще какое-то просто стечение обстоятельств. Желто-голубые цвета флага, желто-голубые цвета национальной формы. И такое совпадение казахи-казахи. Поздравляю вас с замечательной победой, с прекрасным дебютом. Я надеюсь, что ринги Украины и в будущем всего мира покорятся Бекману. Спасибо вам огромное. Друзья, давайте поаплодируем еще раз. Спасибо огромное. Ну и ваши аплодисменты Бекману и Михаилу Михайловичу. Вячеслав, ну, коль скоро ты у нас сегодня здесь, помимо слегка физического, хотелось бы оставить еще от тебя какие-то впечатления, в принципе, о клубе, о боксе, который проходит сегодня. Да, добрый вечер. Я всех поздравляю с праздником бокса. Это действительно праздник здесь. Очень приятно здесь находиться. Вообще клуб, вообще супер. Обстановка классная. Вообще все молодцы, ребята, что организовали такой турнир. Вы молодцы. Я еще думаю провести несколько хороших боев. Дай бог, я еще завоюю какой-нибудь хороший титул.
Титул чемпиона, Саня! Титул чемпиона, да, не меньше того. Спасибо, Юрий, что подсказали. То есть, да, в принципе, на меньшее я не рассчитываю, только титул чемпиона, да, меня интересует, и поэтому я нахожусь в неплохой сейчас форме и жду хороших боев. Я думаю, порадую вас хорошими боями еще. Давай. 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 Дав
маму. Спасибо, спасибо!
не на парк, спокойно. На дистанции держи. Слева!
Браво! На чемпионате, на кубке,
президента Назарбаева, где ваши ребята тоже боксировали замечательные, и которые вошли сейчас в элиту мирового бокса. Вот. Я желаю вам обязательно больших успехов для того, чтобы стать чемпионами Азии, чемпионами мира, чемпионами Олимпийских игр. Молодцы, ребята. Спасибо вам. Спасибо всем зрителям. Я хотел бы вручить Индосу. Опять же, приветствую слово от нашего посла. Я зачитаю. Посольство благодарит за вклад в развитие спорта. Объединяющих дружеских народов, желаю здоровья, благополучия и новых спортивных побед. Вот, друзья из Казахстана, которые приехали, здесь украинские конфеты, целый пакет для восстановления сил. Президентские. Это сувенир. Вот это небольшой подарок, сувенир для нашего дружественного отвага. Поздравляю. Еще у нас Михаил Михайлович, у нас небольшой шоколадки в тренерскую. Памятный. По одной хотя бы. Михаил Михайлович, к сожалению, посол не смог приехать, он служил на командировке, но тем не менее, вот. Президенту Национальной лиги профессионального бокса Украины Завьялову Михаилу Михайловичу. Посольство благодарит и выражает искреннюю благодарность за ваш вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта. Уверен, что ваша преданность делу и профессионализм будут впредь служить на благо формирования здорового жизни среди молодежи. Желаю вам здоровья, благополучия и трудовых успехов. Посол, благодарю. Еще небольшой пакет с конфетами от президента нашему заслуженному тренеру Дарину. Всем спасибо, что пришли, и у нас есть еще маленький приятный сюрприз. Написано с профессиональным дебютом. 1 августа 2014 год, Киев, Украина. Хочу вручить этот кубок Даурену Жолдасову, заслуженному тренеру Республики Казахстан. Поздравляю вас с нашим дебютом.